Сегодня Всемирный день борьбы против бешенства. Этот день был учрежден в 2007 году в США по инициативе Глобального альянса по контролю этого смертельно опасного инфекционного заболевания. Датой празднования была выбрана дата смерти Амина 28 сентября микробиолога, одного из создателей вакцины против бешенства Луи Пастера. Сегодня Кызыл также присоединился к этому дню. Более подробно далее в материале. Ветеринарная служба Тувы сегодня развернула тематические площадки в центре города на площади Арбата. Главная цель врачей-ветеринаров – донести до горожан об опасности этого заболевания. Стоит отметить, что в этом году в Туве уже зарегистрирован 4-й случай бешенства у животных. В этом году у нас уже зарегистрирован 4-й случай по бешенству. Это среди сельскохозяйственных животных. Но был один случай укуса чабана. Но благодаря оказанию своевременной помощи человек не пострадал, то есть не заболел бешенством. Сотрудники ветеринарной службы также раздавали прохожим информационные листовки. Также была развернута импровизированная ветаптека, где были представлены медицинские препараты, в том числе от бешенства для животных. Стоит отметить, что в региональной ветеринарной службе домашнего питомца можно привить бесплатно.